Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сейчас мы находимся в Иудейской пустыне и направляемся в самый низкорасположенный город мира – Вейн-Бокек и будем отдыхать здесь 5 дней в отеле Верт. Мы сняли делюкс номер с балконом с панорамным видом на Мертвое море и сейчас проведу маленький рум-тур по нашему номеру. Здесь у нас есть шкаф-сейф, все стандартно. В ванной комнате есть фен, но феном в отелях я никогда не пользуюсь, я всегда беру свой фен Dyson. Мыло, косметические принадлежности, кондиционер, шампунь, гель для душа, полотенца, халатов, тапочек не было. Комната наша 26 квадратных метров. Хорошая и удобная кровать, king size, телевизор, кофе, чай, мини-бар, холодильник. И у нас есть балкон с панорамным видом на Мертвое море. Все номера этого отеля обращены в сторону Мертвого моря, но часть номеров с балконом, а часть номеров просто с окном без балкона. И, конечно, номер с балконом стоит дороже. Цена за этот номер с трехразовым питанием в районе 2000 шекелей, это примерно 550 долларов. Сейчас мы пойдем на пляж покупаться в Мертвом море и расскажу немного вам информации об этом уникальном месте. Мертвое море – это самое глубокое из соленых озер в мире, и именно за высокую соленость воды озеро получило звание море. Вода здесь солонее, чем в океане, примерно в 9 раз. Минералогический состав соли озера отличается от состава соли в воде других морей, и благодаря этому Мертвое море превратилось в уникальный лечебный курорт, который привлекает множество туристов со всех уголков планеты. Сюда приезжают лечить заболевания кожи, суставов, позвоночника, заболевания бронхов, легких, лор-патологию, заболевания эндокринной, нервной и половой сфер. И кроме необычного состава солей, водоем известен и своими грязями, которые добывают со дна озера. Высокий процент солености воды практически исключает существование живых организмов в воде Мертвого моря, отсюда и произошло название моря. Однако в воде моря все же живет несколько видов бактерий, грибов и водорость Дунолиэла, которая используется в том числе при производстве косметики. Физически озеро состоит из двух бассейнов, которые соединены между собой искусственным каналом. Из-за того, что район Мертвого моря – это самая низко расположенная точка планеты, солнечные лучи, преодолевая дополнительную дистанцию, теряют весь вредный ультрафиолет, и поэтому можно смело загорать сколько угодно без вреда для организма. Воздух здесь абсолютно чистый от примесей, аллергенов и пыльцы. Он обогащен кислородом, и при этом в нем повышено содержание брома, благотворно влияющего на здоровье. Сейчас мы пришли в спа-комплекс нашего отеля. Он один из крупнейших и лучших среди отелей Мертвого моря. Здесь есть бассейн с подогретой водой Мертвого моря, два серных бассейна, джакузи, баня, сауна и ассортимент из 60 уникальных оздоровительных процедур. Стоимость нашего номера включено трехразовое питание, ресторан отеля кошерный, ассортимент блюд очень разнообразный, большой выбор мясных блюд, рыбы, супов, овощей, салатов, фруктов, десертов, выпечки. На завтрак подают много видов сыров. В общем, уровень достойный.
и после ужина развлекательная программа с местным акцентом. Новый день начинается прекрасным восходом со стороны гор Иордании. Особо рьяные отдыхающие отеля уже с 5 утра наслаждаются и оздоравливаются в водах Мертвого моря. Мы пришли на завтрак. Выбор очень хороший, разнообразный. Йогурты, мюсли с различными добавками, сухофрукты, орешки, яйца в разных вариациях, равиоли, какие-то запеченные овощи, большой выбор фруктов, сырых овощей, большой выбор сыров разнообразных, ну и кофе, чай традиционно. В нашем отеле есть бассейн, куда мы сейчас пришли. Он достаточно большой, с зоной отдыха, с зонтиками, стульями, шезлонгами. И есть отдельный бассейн для детей. Рядом с бассейном есть бар, в котором можно перекусить за дополнительную плату. Курортный сезон здесь на Мертвом море длится круглый год и наиболее благоприятен с октября по май. Летом отдых в этом районе не рекомендую, так как жара адская, в районе 40 градусов Цельсия. Вода в море горячая, выше 30 градусов. Мы в этом году отдыхали здесь в июне и от жары спасались либо в номере, либо в прохладном бассейне. Этот наш отпуск был самым пассивным из всех наших отпусков. Мы находились только в пределах отеля, так как мы отдыхали с нашим новорожденным ребенком. Ну и вообще отдых здесь в Эйнбакек в основном такой размеренный, спокойный, однообразный, направленный на улучшение здоровья. Если вы любите более активный отдых, то из ближайших достопримечательностей можно посетить древнюю крепость Масада, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. История района Масады очень богата и насчитывает около 6000 лет. Кибуц Эйн-Геди с ботаническим садом, в котором собрана богатая коллекция растений со всех концов света. Заповедник Эйн-Геди также можно посетить с 4 водными источниками. Ущелье Эйн-Бакек с водными источниками. Национальный парк Кумран, где обнаружены знаменитые кумранские рукописи. И гору Содом с окаменевшей женой Лота. Также можно заняться шопингом в местном торговом центре. Но здесь цены рассчитаны на туристов. Стоимость нашего номера был включен обед, он был заявлен как легкий, но вы посмотрите на это разнообразие, и мясные блюда, и десерты, овощи, салаты, готовые салаты, супы, и я считаю, что вполне можно было обойтись только завтраком и ужином.
Здесь, в Эйнбекек, я всегда себя ощущаю умиротворенно, спокойно и абсолютно расслабленно. Это очень уникальное место, которое рекомендую к обязательному посещению в Израиле.